Окей, ребятки, здравствуйте, привет. Сегодня у нас на Твиче мега-мачо событие очередной, необъятной просто важности. Оно заключается в том, что... Большой кооператив намечается, что я только что играл в такую игру забавную, что... Мозг совсем кипит. Сделал монтаж, кстати говоря, да, после стрима поставлю на рендер, и вы его, наверное, сегодня увидите, если будете следить за каналом, а то на ютубчике 2 недели уже не было именно игровых каких-нибудь монтажей. Ну, то есть последний ролик по Спайдермену, 5 причин его не покупать, наверное, не в счет. Так, Арива, сегодня со мной будет, значит, играть, да, конечно же, Ева, конечно же, Даша, конечно же, Таня, конечно же, Артём, конечно же, Артур, конечно же, я, конечно же, вы, конечно же, мы, конечно же, классно будет, здорово, и, наверное, надо бы уже подключаться к ребятам, там Таня уже сидит. Таня, если привет. Будет... Привет. Ты что, тут сидишь одна? И я тебя жду. Нашептывала в микрофон, призывала меня? Да. Это нормально, да. Сработало. Я призывала сексуальный голос, он пришел. Сработало. Да, сработало. Сейчас, как подожди, дела? Надо замолчать, а то сейчас эти придут еще тоже. Магия продолжится. Но оно уже пришло. О, черт. Вот не успели, черт. Тёма, ты нам помешал. Ну, сорян, да. Я ж не знал, как... что я это оно. Всегда муж приходит не вовремя. Вот вообще всегда так. Факт, согласен. Ладно, сейчас я вернусь. Занимайся, чем мы там планировали. Давай, да, пиццу не забудь купить. По пути. Да, и сишки закончились. Да, ну, закончите, позвоните. Ну, по-моему, без меня неплохо там уже. Да, Тань, давай ты за пиццей сходишь. Я, мне не продали, мне вчера первый раз в жизни без паспорта продали алкоголь, ты понимаешь, за 23 года, мать его, мне первый раз без паспорта продали алкоголь. Ты наконец-то бороду отпустила, наверное, поэтому. Почему? Ты понимаешь, что уже третий человек об этом говорит? Задуматься, наверное, все-таки отпустить бороду. Да, потому что так это работает, да, я вот когда бритый, у меня тоже... У меня есть дядя, который с усами, ему тоже не продали без паспорта, вот если бы он был с бородой, тогда бы все сработало. Женщину без паспорта не продали. Привет, Даша. А о чем речь? О женщинах без паспорта. О бороде. Да. О бороде. Мне без паспорта не продают в алкоголь. Даша, я хвасталась, что мне вчера первый раз в жизни без паспорта продали алкоголь. Постоянно, не знаю, я вечно приду такая, ну вот это красное-белое, не знаю, есть... сеть такая у кого-то еще. Захожу туда, вот, драйте мне там, да, пожалуйста, то-то. Паспорт дайте, пожалуйста. Я стою. Да ладно. Они там просто все красные, Даш, поэтому... Может быть, да. Продают. Слушайте, у меня очень важный вопрос. Привет, Даш. Какой? Очень важный вопрос. Что, мы сегодня снимем? Нет, господа стримеры, где посмотреть количество платных сабскрайбов у вас на канале? Где это вообще смотрится? В панели управления можно... В панели управления это где? В панели управления статистика есть, там 60, ну, у меня там 60 зрителей, баллы, зрители, время, клипы, просмотры, фолловеры и внизу сабскрайберы. Да, там баллы. Чё? Там, где баллы, ты знаешь, где баллы смотреть? Блин. Статистика, у меня нет ничего здесь. Вот, там звездочка есть такая, там написано еще, найдите курсор для просмотра, может быть. Вчера показывала. Привет, Даша. Кстати говоря, если клацаешь на звездочку, она убирается. Какую звездочку? Панель управления. Заходишь, где написано количество подписчиков. Не кричи, бабай, ты мне так разорался. Так ты убавь меня, Таня, там правая кнопка, типа, и полосочку вниз. Ты можешь зайти сейчас в панель управления и клацни на вот эту... Да, там будет написано тогда, наведите курсор для просмотра. Вот, у нас... Но если ты наводишь мышку, как бы то же самое показывает все равно. Мне так раскричались. Пока Тане впервые продали без паспорта алкоголь. Артуру всегда без алкоголя продают паспорта. Тем временем. Я ничего не понял, но это была какая-то приятная дичь. Типа, мы сразу, чтобы потерять IQ, а то мы как-то еще пока осмысленно разговариваем. А с чего начинать будем? Просто как бы не...
Она сработала, да. Я подслушал вас. Ты не участвовал в самом начале алкоголя, ты понимаешь, что я за видео? В смысле, а вы алкоголили, да? Алкоголили, да. А чем вы алкоголили? Алкоголем. А, вот оно как. Не, ну типа можно и без него. Я вот, допустим, кофе с молочком алкоголю. Ну да. Ты вообще сейчас какую-то глупость сказал, но типа мы все попиваем. А кто пил и что, и зачем? Кто-то отмечаете? Вот это что-то приятие отмечаете? Что отмечаете? Ну типа проснулись сегодня, глаза открылись. Проснулся, новый день. Давайте ответим. Послушайте, у меня важный вопрос опять, второй. Почему, когда я Артуру называю такой повод, он говорит, что у меня алкоголизм? Почему ты не говоришь, что стоит задать этот вопрос Артуру, мне кажется. Три дня из трех праздновать наступление нового дня, это не норма, Даша. Артур праздновал сегодня утром 23 число, а ты до сих пор 18 празднуешь, понимаешь? Разница есть. Мы в секретные начинаем или в Bad Blood? С чего начнем? Секрет, ну тут давайте самый он. Давайте. Давайте. Чатк, нет, это лаунч. Давайте решит самый трезвый человек. Я. Мы будем играть в соседа. Самый трезвый, самый скромный. Да. А главное, решил-то как непредвзято. Но с Артуром не помирились, уж люди, если не разговаривали. Так, быдло вообще, подташнивый. Подождите, а тут что, каждый раз логиниться надо? Опять, да? А я не выконченный, что ли? Ёперс, это сейчас опять... В смысле, через твиттер логинься и все. У меня нет твиттера твоего. У тебя твиттер. Тань, не через твиттер, Тань, не надо через твиттер логиниться. Приятно. Типа, это было положительное или отрицательное? А что оно в окошке играло? Сам решай. Не, у меня нормально. Ну, вообще, то, что я скажу, что это было. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Много всего. Мы сейчас там уже играли в ранней версии. Я не понял последнее то, что происходило минут пять. Enter your никнейм. Enter your никнейм, Майкл. Быстрый! Спасибо большое. Спасибо, брадер. Спасибо большое за то, что всираешь меня каждый раз. Спасибо. Ты нашел одну эту кнопочку среди 20, которым надо пользоваться. Молодец. Спасибо тебе. А можно вопрос очень глупый? Тут резолюшн, смотрите, и тут три варианта 1220 на 1080. Какой из них, какой из трех выбирать? Даш, ну 23 уже число, ну хватит. Ну, уже собрались даже. 1920 на 1080 же, нет? Ну, так вот у меня тут три варианта таких одинаковых. А, выбери первый. Я выбрала первый, короче. Я просто подозреваю, что он... Кстати, я забыл. Я просто 4 года не пил. Если троица, Даш, выбирай средний. Там должно сработать. Давайте не будем смеяться над алкоголизмом. Это типа тяжелая тема. Подожди, давайте лучше будем издеваться молча там как-нибудь. Более того, я не считаю смешными эти шутки. Какие, про алкоголизм? Алкоголики, честные. После посту. Натали. Я пытался сейчас молча шутить, ничего не вышло. Так, соски это Тёма создал, да? А где заходить? Слушай, заходить соски спереди. А пароль, как всегда? Пароль я сейчас, конечно. Пароль я сейчас скину. В курсе, пароль высвечивается, да, поэтому открывай. Блин, я только открыл. Пароль я скинул в Дискорд. Подходит Таня, видит 15 сосок. А где тут вход? Боже, Тёма, этот пароль, Тёма, я не знаю, пароль, ты как... Ну, хороший, короче, создавал. Хороший пароль, не знаю. Пароль отлично. А теперь я не могу, хрен кто догадается. Я не могу найти, где вы, Custom Game? А так. Да, Custom Game. Так, сразу зайдите в опции и Voice Chat отключите. Я забыл, я уже отключила. Да? Где? В смысле, ты орёшь, что всё? У меня диск. Ой-ой-ой. Подождите, а как искать? У меня нету тут ни одного сервера. Custom Game, жми. Пенка от молока, это Дима или Ева? Ну, типа, один из них Ева. Артур, выключи микрофон. В смысле, он у меня слышно его, что ли? Да, конечно. Охереть, так у меня же нет микрофона, что слышно-то? Да, боже, выключи просто, какая разница. Вот чат выключить? Voice chat выключи, да, естественно. Но телевизор еще можешь выключить, я хрен его. Вот, так хорошо. Да. Так, пенка от молока. Это я. Кто?
Я только что спросил. Я прям, это риторический был вопрос. Господи, я сделала, я вошла. А как, как вы поменяли вот это внешне? Почему тут мальчики и девочки? Ребят, у меня у одного лагает звук просто дико. Этот сок, это просто какая-то лагает. Дети бесполые, что ли? Да. Ты тут можешь... В смысле, я девочка? Да. Я девочка, вроде. Нет, я пацан, подожди. Ребята, это... Как, Бенка, как ты меняешь? Как ты? Так, Дима, наверное, грузится, да? Таня все галдят, я не слышу, Артур тут вообще на стол жалуется мне. В личный кабинет зайдите. Там зачем? Личный кабинет? Какой личный кабинет? Ладаут? Ебана, мать, круто. Прикольно. Да. Я буду вот так. Вот видишь, тут просто меняешь прическу, а рожа не меняется. А рожи там две. Там две рожи. И что, это бесполые мальчик или девочка? Да, я согласна. Нихрена себе. Мальчик или девочка, здесь есть. У меня, когда игра во весь экран, у меня дико лагает звук почему-то. А у меня, на самом деле, в ОБС кадров явно не 60. В смысле, 60 кадров же. Это у тебя 60. А у меня нет. Причем игра работает нормально, в ОБС не совсем. У меня, кстати, да, та же самая история. Что с этим человеком не так? Лол, просто запусти игру. Так, я еще не это самое... Это что за педофил на заднем плане? Да, блин, уже... Он на меня похож. Ну, типа, когда я работал в налоговой. Шапку? Такого моментов не было. Говнючий одел. О, да нормально, такая тинейджер. И в комбинзоне буду, как настоящий. Стоп, разденьте ребенка. Можно его раздеть. Зачем? В смысле разденьте ребенка? Меня забанят сейчас. А, нельзя. Да, блин. Нельзя раздеть ребенка. Нельзя раздеть ребенка. Правильно. Это жизненно. Знаешь, что я создал? У меня эмо. Ты создал дитя, все, у дитя а нет. А как принять? Как ассепт? Ready. Какой а, гейм? Просто кастом гейм. Нажми кастом гейм. Включись, он сохранится. А. Это такая дичь, ребят. У меня тоже лагало дико пиздецки. Просто сейчас я перезайду, попробую. Ребят, не слышно, не видно пока. Здравствуйте всем. Лагает звук Яманал. Хер знает, что за говно. Дискорд. Пожалуйста, давай без всякого вот этого вот. Здравствуйте. Галдёж, боже, я не соскучился. Дима, ты готов? Да у меня какая-то дичь, слушайте. У меня, когда я в игру захожу, Дискорд начинает дико лагать. У меня когда было вот так... Бля, это так жестко звучит, вообще пипец. Оф, Дунидор, ясно. Диндуфт. Вы заметили, да, что я единственный мальчик босиком такой? Нет, что-то у тебя нет этих шикарных желтых сапожек. Почему Тёма надел желтые сапожки? Что желтый комбинзон, алло. Да камон, чё за говно, из чего это может быть? Это Даша. Нет. А Доша это Таня. Пенка оф молока это Дима. Что? Геймс это Ева. Пенка оф молока. Ребят, я когда захожу в игру, Дискорд звук начинает дико лагать. Вообще вас не слышу. Когда выхожу, все нормально. Это не я сразу тебе говорю. А ты попробуй, ну, типа, поставить настройки в окне и заходить в окне сразу. Ага, так и сделал. Дима. Я. Что с проводами? Я их испортил все. А жанр все испорчены давно. Это? Это? Нет, здесь... Это как Dying Light. Типа, только вы должны найти ключ. А. Ну, в смысле, мы должны найти ключ, а за нами сосед гонится. Я не знаю, он один из игроков или нет. Вот. И я выбраться вижу, где-то в подвале дверь. Есть какие-то способности, получается... да? Типа фонарик, босс, это у... маска. Ну, такое, да. Маска фонарик... и сонар — это у соседа, а у детей фонарик и коробка какая-то. Нет, сонар, по-моему... Как ты этот... Игра на семерых получается. Малакиюшно говоришь как-то. Как? У мальчика фонарик. Какой Overlay? Потому что я 20 ворота калит. Ага, ЧПУ опять напрягает, капец. Что? Девочка в ключик. Я буду девочка с мальчевской прической. Наоборот, мальчик с девочкой с прической. А, Дима убивашка, наверное. Нет, Дима вышел. Гендер флюид. А, ну правильно, тогда все. Я тут еще смотрю, у нас место. Батл рояль. Ты мужа не признала, Даша. Гендер флюги Гехайма. Дима, быстрее заходи, а то я сейчас себе там накастомазит урода какого-нибудь. Ой, я не могу.
У меня, видимо, провода все попортились. Я понял. Попортились опять? Да я не знаю, слушайте, я захожу в игру, у меня процессор начинает грузиться до 100, вообще все начинает лагать дико. Выключи, может быть, все, что у тебя там параллельно включено. Вообще все. Игра нагружает процессор, игра. Червячков. Я говорю, выключи там браузер, вообще все. Че, пойдем в червячков играть? Нет! Не пойдем. Я выключил. Хера не работает. Я не пойму, у Димы, блин, комп, по-моему, лучше, чем у меня, а по итогам... Да у меня процессор старенький. Вы чего Джека не взяли? Он там один Far Cry играет, плачет. Ты что, дурак, что ли? Вот это слышно. Он опять молчит. Знаете, у меня такая херня была. Давайте попробуем запустить игру. Когда геймплей начинался, все нормально становилось. Давай. Жми рейди. Димус всех лагает. Так, Тёма, ты нажми ready, да ну, подожди. Тёма, флюги Гигхайма, я вижу, да, ребят, что я хламец. Ты не знаешь, что такое флюги Гигхайма? Нет, это что такое флюги Гигхайма? Серьёзно, ты не смотрела Евротур? Как? Господи, нет, как? Почему? А я давно смотрел. Это классный фильм, да. Это вам задание с Димой. Дитя. Да я его смотрел раз 500. Найдите все ключи, откройте дверь в подвал. Мне кажется, это... А что за странный ящик? А что он за короткий версия? Просто этого, кидаешь. Как он называется? Дома. Один дом, а только тут в доме в качестве этого. Ну, а зачем нам посыпать? Помидор. Ты зачем мне помидор кинула? Я пыталась кинуть, не получилось. Меня никто никуда не кидал. Вообще-то получилось. А, лол, простите. Смотрите, смотрите, у нас тут внизу типа дверь, короче. А где звук? Звук есть у вас, да? У меня нет, он какой-то очень тихий. У меня тихий. Тоже нет. Ну, есть он какой-то очень тихий. Я просто их тут нет, это же альфа, бета, там гамма, ну, вы понимаете. О, я сделала погромче, нормально. Да? Просто саунд-эффект сделайте громче. Просто сделайте звук громче, лол. Лол. Так, а кто сосед? Сосед. Кто сосед? Аквамен. Тут секретный сосед. Ой, дом Гарри Поттера я нашел. А чё мы разошлись? Что делать надо вообще? А чё делать? Ищем ключи, я говорю, вот дверь, надо дверь открыть. Ага. А, и не попасться вот этому вот соседу. Дима, тебя не лагает больше? Лагает, игра лагает, но звук нет. У меня FPS, наверное, 15. Да, у меня тоже очень-очень мало. У меня FPS нормально, но в FPS немного не так. Смотри. Что за мастер? Хоррор! Текаем! Что это сделал? Что это за звук? Это я открыла один из замочков. Я смотрел стрим Евы, когда она открывала замочки, там она была соседом в этот момент. Я в каждой катке открывала вообще-то замочки. Алло, в этом месте. Я смотрел только тот, где ты соседом был. Я подаю сигнал, я нашла сарай. Кто-то пойдет со мной в сарай? Я пойду. А ты где? Какие сигналы ты подаешь? Что происходит? Слушайте, я, кажется, выкинул фонарик. Я сигналю фонариком. А здесь соседом... Азбука можно. Игрок или это компьютерный этот самый? Не-не-не, это как DC. Тут все соседы там, ну ты понял. Сосюды все. А кто сосед-то? Ну так это же в этом задача узнать, кто сосед. Ну значит Дима, ну кому? Раз все тупят, а Дима такой, ну задача узнать. Я Диму не видела, да, кстати говоря. Да, это я сосед. Нет, конечно. Так, я вижу убивашку. Надо за ней глаз дать. Я вижу Финку, я вижу. В смысле? Вот я нашел Диму. Привет. Вообще-то. Ага. Привет. Видишь? Я Артём. А тебя как зовут? Я помню Дор, я забыл свое имя. Это мои ключи здесь. Я ключ нашла. Я твой сосед, Артём. Привет. Нашла. Почему ты девочка, Артём? А что ты фонарь ты выкинул? Я потому что не. Ну я взяла ключ. Блять, сосед. Логично. Что, блять? Он схватил Диму. Девочка, не мальчик. Сука. Вот сюда. Демон! Я не знаю, это Тёма, я вот прям вот. Он орал так, потому что... Подожди, стой, Таня. Это Артём. Спасибо. А зачем нам коробка все еще? Так, не, иди ищи. Дима почему-то думает, что сосед это я, хотя я видел, как сосед схватил Диму. Да, видел он, ага, нас было двое, а ты видел, как в зеркало ты видел, как сосед хватает Дима, да. Сосед! Ребята, наверху второй этаж! Тёма, развернись резко! Я все равно в подвале. Вы, короче, вообще где все? Вы в дом зашли? Не ищи их, Даш, не ищи. Там, где они... В доме искать! Ребята, да, за мной, нормально! Даш такая, куда коробки все? Вы чё, в доме, что ли? Подождите, а какие зомби? Dying Light? Что? Она идет за мной, ребята, хер Я, кстати, прям...
Прям чувствую, как Dying Light хорошо будет идти у меня. Да хер там это Тёма, алло. Да Тёма это я вам говорю. Это Даша, я вам отвечаю. Что? Да я в сарае была. Я нашла собачьи клетки, только здесь кровища. Писец ты боссый. Артур, я бы бежал. Ты мальчик с девчачьей прической. Кто такой Флюги Гехаймен? Может я девочка с мужским лицом просто. Так, если ты тут, то внизу. Подождите, все а сосед остальные может превращаться в девочку? Да, так да. В том-то и прикол, Таня. Таня! Это та игра! Алло. Таня! Подожди, но если здесь есть лестница наверх... Тоже кровь. Значит, бля! Я выкинул. Меня съели. Так, да, это не Тёма. Здесь есть оранжерея! Ух! О, это точно Ева. Это не Артур. И это не Даша. Значит, это Ева? Я, типа, ничего... Почему сразу Ева-то, я не понял? Я вообще быстрее копаюсь. Ты не когда отмазываешься, сразу палево. Да слушай, я умер. Я не могу посмотреть на твой компьютер, это подозрительно. Хватил меня, в педофилятню отнес. Да. Рай педофильских настроений. Настроений. Я нашла ключи. Артур, не получается искренне это говорить, я не верю. Я не знаю, кто сосед. Я же говорил, что это либо... Может быть, ты его и нашла. Не, ну если это Ева, то сразу можно вешаться, потому что она задрот. И типа она у всех... Она задрот, алло. Мы тут все геймеры, не забывай. Я не знаю, кто сосед, но я только что видел, как Артур нюхает книжку. Я нашла тоже желтый ключ, а он нахер тебе. Артур нюхает книжку? Да, он шел и нюхал книжку метров 10. Ты такой... Я экипировал какую-то... Ты... Да, да, башку, ты нюхал книжку, я же видел. И типа... И типа могу... Боже. Ребята, а кто мой ответ выключал везде? Я ключ нашла, спасибо. Куда его вставлять-то? На первом этаже, на первом этаже. Да, там. Вот синий у меня есть, куда его девать-то? На первом этаже дверь, вот прям вот напротив входной. Много. Еще три, по-моему. Три. Ребята, я только ничего не вижу вообще. У меня красный, он... Я нашла в потайную дверь какую-то зашла. Это что такое? Мне здесь нужно вообще опасаться? Это холодильник, это не потайная дверь. Да ты маньяк, потому что какая разница? Не-не-не, короче, здесь... Я застрял. Пульт этого соседа стоит. Я застрял, ну кому он хотел? Сними горшок с головы, может, прямо что видишь. Подожди, ну ты кастрюлю сними. Бенка, куда ключ-то? С кастрюлей на башке сидит, я застрял, говорю. Да, ты поворачиваешься, как будто не видишь, какая ты сосед, уйди! Я попробую кнопку. Себя звал Артур. Куда вставлять-то ключ, говорю? На первом этаже. На первом этаже центральная комната. Вон туда. Пипец, какая центральная... Вы уже тут все разобрались? Еще никогда он не попадал в ловушку этого маньяка. Бля, ребята, это Ева, это Ева! Я видела, как она Даша схватила! Валим нахер! Бегает такая с коробкой. А мы-то не подозревали. Она Дашу разорвала на кучу детских фотографий. Я не поняла, сосед среди... Тебя вообще на фантики порвала. Даша с подключением. Даша, молодец. Ясно. А кто еще живой? Да помогите! Артур застрял головой... У него кастрюля в углу застряла. О, ворон показывает, где... Получается, ты одна живая, Таня. Ну как? Серьезно? Артур тоже жив, но он все равно что мертв. Он сейчас варится, сейчас он сварится. Он стоит такой... Страшно. Ворона показывает, где ключ. Я вообще-то извинялась очень сильно. Заткнись, тварь, заткнись. Я ворону, если что это. Очень по таймингу ты это сделал. Арт, убивашка, помоги, кинь меня коробку. Не лезь сюда, эта ловушка работает в обе стороны. А расскажите, пожалуйста, на какого... Эй, ты меня заталкиваешь обратно. Ничего я не рассказываю тебе. Хочу на тусю. Все, вылезли. Ценой. О, смотри на меня! Скажите, а у всех сломан, да, этот самый наблюдение? Нет. Нет. Таня, помоги! У нас только Артур сломан. Да что, помоги! Таня гитару схватила, давай, делай вещь. Я вообще ничего не вижу. А понажимай А, Д, там вот это вот. О, я вижу кого-то. Так, а как ключ взять? Не знаю, может он наверху? Надо залезть на шкаф. Артур ломает игры, да, продолжает. У вас сосед заспал. У меня очень Таня, беги! Стопи! Женщина! В смысле ты прошла сквозь дверь? Это что за херня? Не, 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 я она закрыла! Она закрыла. Дверь, не, у меня она закрыла, а дверь. Я ее закрыла. Ну, она сначала закрыла, а потом сквозь нее прошла. Не-не-не, да, у меня она сначала прошла, потом закрыла дверь. Сосед не даст соврать. Сосед он такой, да. Вообще не врет.
Сосед медленный, кстати, да? Ключ. Так, выжившие Артура и Таня, да? И Таня, да. Артур несет невидимую какую-то дичь в руках у меня. Просто у меня наблюдение за персонажами, знаете, как выглядит? Таня решила на курицу пойти. Я вижу дергающиеся стены и там вот... Жестко. Пол. А можно как-то приседать? Я персонажа не вижу вообще. Мир глазами жертвы соседа. Подожди, а типа вот она показывает эту комнату, это значит в этой комнате где-то ключ, наверное, да? Ну, по идее, да. Таня, зачем ты таскаешь всякую дичь? Я такая, я кустик, меня не видно. Да хватит швырять говно. Да я вообще не пасу, что я делаю. Типа, у тебя комбинзон сзади желтый. Походка такая. Подожди. Слушай, Артур, а что если ключ у тебя под кастрюлькой? Я думаю, что у меня в штанишке. Сосед. Нам нужно кое-что проверить. Довольно большой. Да, охереешь, большой какой. Я слышу ворона. Ну потому что, типа, все, хана вам, ребята. В смысле хана? У вас нам 5 минут, быть. Во-первых, а сосед хитрый оказался. Ситрый хахет, ладно. Ситрый хахет. Я теперь боюсь. Правильно, бойся. Артур, бойся. Ладно, давайте хоть нас на ногами понаблюдаем. Артур нашел ключик. Давайте не будем спойлерить, окей? А ты синий нашел? Поверь, я даже не пытался. Сори, Артур не нашел ключик. Он совершенно не идет к двери. Дима. Поверь мне, мои спойлеры тут не важны. Да, это ключ. Так работает, он же бесшовно ходил. Просто выставил за хату. Таня, делай вещи, последний ключ остался. А та кастрюлька упала. Да я не вижу, где он. Смотри, Артур в куколку девочку превратился. Палево. Я знал, что это не мальчик. Смотрите, Наталья. Что они такая милая? Что ты тащишь? Телевизор тащи давай. Она тащит майонеза в банку. Таня хозяйственная женщина. Зачем ключи какие-то? Майонез, цветочек. У меня есть классная куколка. Жутко, алло. А что делают вороны? Подождите. У меня еще куколка. В этой комнате ключ. Открой вон антресоль, ну камон, куда ты пошла? Да, соль, вон лежит. Вот. Открой. Вот, видишь, там ключ. Спектатор упоротый, да, вообще. Очень сильно. Не знаю, почему. Все нормально, у меня стоит. Вот тут вот открой вот этот вот шкафчик. Короче, он где-то в этой комнате должен быть, Таня. По судя по всему. А вон, Таня, видишь, такая тумба, как под телевизор? Вот, да, вот ты на нее смотришь. Сзади ворона, тебя, вон тоже еще одна. А да, если беги, то беги, короче, я буду твоими глазами. У соседа есть инструмент поиска? Да, смотри, у него какие-то конченые приблуды педофильские. Не, у него есть инструмент какой-то, который помогает найти? Ну, они постоянно во всю игру... Беги! Нет, камон! Включил уже была! А чего, не открывалась дверь или что? Да что-то не открывалось, хотя ключ синий был. Все дети погибли, сосед победил. Педочка такая, педочка. Педочка. Пипетка от молока. В этом, да, была. Это в смысле педофила уменьшительное такое ласковое название, да, педочка? Я там кипятил молочко, сходи с ними петку. Я не хочу быть соседом. Сложно. Я никого из вас не поймаю. Я буду мальчиком. Настоящий. Давайте быстрее, Редди. Ну, сейчас, ребят, мне нужно буквально... Не-не-не, нажми Редди, а потом типа... Бля, у меня просто дико лагает, когда мы в этой менюшке сидим в лобби. Да, я понял. В чем задача детей? Выбраться из дома, получается. Найти ключи и выбраться. Да, по-любому хана домой придут, люлей получат. Кстати, подожди, а ключи мы куда? Мы в подвал выбираемся, что ли? Нет, там же ж типа... Я не знаю, кстати. Я теперь больше не маньяк, ясно, да? Конечно, поверили. Подозревайте друг друга. Я вот, кстати, тоже вообще нет. А как понять, что ты маньяк, кстати? Оно посмотрите, пишут. Вот сколько человек нас начинает. Смотрите, здесь. Ну. А, подождите, стоп. Все а как мы... понять, что ты маньяк, реально? А как понять, что ты Дима, если ты видишь Диму перед собой? Кстати, эту коробку сразу выкинуть надо. У нас два Дима. Кто из них сосед? И сосед ли они? Господи, страшно. И хорошо ли они это делают? Я закрываю стол, я боюсь вас. А, здрасте!
Я сильный. Не спрашивайте, почему. Почему Art Games? У меня ходит другой человек с ником Art Games. Я ищу херню. А подождите, а сосед он превращается, то есть он ребенок, потом он бац превращается да, в соседа. Да. А обратно он может превратиться? Может, в любой момент. Свич нашел. Если ты сосед, то тебе пишут не child, а типа neighbor. Neighbor, да. Чувак с ником Дима сосед! Бегите! Какое происходит вообще? Я вернулась. Еще кто монстр? Не знаю, чувак с ником Дима. И как он справляется? Дима, ты палишься. Как он справляется? Подожди, почему я видел чувака с ником Дима, который теперь с ником Art Games? Хорошо ли он сосед? Так, Дима, уходи. Привет. Дима, уходи. Тебе же сказали, чувак с ником Дима. Я не Дима. Отстань. Нет, именно с ником по-русски написано Дима. По-русски тебе говорю, я не Дима. Лол. Человек-сосед просто. Человек-сосед. Супергерой нового. Бежим, Дим, смотри, у меня ключ. Дим, бежим, у меня ключ. Давай, супергерой 21 века. Человек-сосед. У меня тоже ключ. Бежим. А у меня нет ключа. А у меня табуретка. Зато я знали, что здесь есть манекен? Прости, Дим, не могу ключ. Здесь звуки такие, здесь реально как хоррор. Слушай, я заблудился, дайте. Кей! Посмотри, кто-то пытается открыть дверь. Открывайте, я убрала стул. Кто же это? Да, я уже пойду. Дима, сосед! Ева, убегай! Я пошел! Сам отправляйся. Блин, ну Дима! Это Дима, походу! Ты мог заранее орать! Ты мог заранее орать! Ты же есть Дима, да? Это Артур! Наверняка! Меня зовут Black Ops Command! Но ты написал Дима! Да! Там ты идешь туда, где сосед. Ты идешь туда, где сосед. Там сосед, ну не иди туда. Ну что ж, вы так хотите умереть-то? Да, Дима, уходи от меня. Да человек с ником, Дима, а не Дима с ником. Нечеловечный. Я уже запутался, какого хера? Я не сосед. Бля, там Дима реально стоит. Я вот что говорю, ну. Боже, тут клеть. Он за мной ходит. Артур Пирожков побьелся, стал Димой. Ребята. Я тоже носила ключи. Я в библиотеке, а внизу меня ходит человек с ником Дима, который сосед. Спасите меня кто-нибудь, пожалуйста. У меня есть ключ, Кась. Я хотел в библиотеку, но что-то я понял, что там нет нужных мне книг. Там стоит Дима. Я теперь не знаю, Дима. Слушайте, как вы ворон вот этих включаете, чтобы ключики подсвечивали? Они включаются. Гингихайм, это Даша, ты, да? Я понял. Подождите. А про ключи? Там, по-моему, только красные замки остались. Да? Вроде бы. Вообще замки рандомные. А вы где? По-моему, да. Я на втором. У меня красный ключ есть, ребят. Хорошо, надо еще. Так вот, Даша, вот. А, шоп. Приведи меня к двери. Я боюсь. А давайте вместе ходить. А здесь чей-то фонарик лежит. Видели? Да. Это мой, наверное, я поменяла его на ключ. Класс. Здесь еще один фонарик лежит. Фонарики один лежат, блин. Я не знаю, ли доверять ли Даше, но почему-то мне... Даша, я в библиотеке, да? Убивашка! Беги, Даша! Я сейчас порву тебя на британские фоточки. Понятно. Ты только поняла, что ли? Господи, вот это бать. Понятно, да, говори. Короче, мальчик с именем Дима, это Артур. В смысле, Дима это помидор Дор или Дима Дима? Дима, закрывай дверь стулом, что ли? Да закройся, нахуй! Открой дверь, маленькая дрянь. Я буду любить тебя вечно. Два ключа, но я не знаю. Тёма, спаси. Иди встань там сзади, постой, пока я убегу. Встань сзади. Я не знаю, нет, я выкинул фонарь. Стой, маленькая дрянь! Да нет! Че страшно-то так? А мне можно кажется, вопрос? Даша меня привела специально к своему мужу. Да. Соседа можно заставить подскользнуться, по-моему. И можно клей в него заставить подскользнуться, если я не ошибаюсь. Ясно. Вот эти сразу страты пошли. А сама-то когда бегала, такая... Ой, они спрашивали, сейчас спросили, как типа застанет соседа. Я ответила. А ключ Таня уронила или он пропал? Не, он, по идее, не пропадает. Я не могу выходить. Я затолкал его. Все. Иди сюда. Иди, я тебя приведу туда, куда надо. Да, а ты где? Я вижу, где ты. К
Короче, он постоянно там пасет, получается. Дырку, да. Да. На дверях или что? Да, на дверях. А там, сколько там ключей осталось? Один или два? Я не знаю. Это неинтересно, кстати, такое себе на дверях стоять. Да, я тоже так думаю. Не, ну можно же его одолеть все равно. Тактика такая. Вот что, где ты тут, а? Признавайся. Я знаю, сука, ты тут где-то. Я тут. Я заблудился. Я вообще ни одного ключа не нашел, короче. Понятно. Еще один красный и оранжевый ключ нужен. Стоять там, это типа прикольно, да? Так, ты отошел от двери. Да ну че нахрен? Я, короче, ничего не найти не могу. Ни ключ, ни клей, ни соседа. Сейчас ты у меня поиграешь в моем маленьком педофильском раю. Рай для педофилов. А для некрофилов. Вороны. Вороны! И сюда, ворона. Я тебя газонокосилкой втащу. Прыгай. Я больной. Я сейчас эту газонокосилку и тебя на нее надену. Не суй меня это! Не суй! Боже, мы играем уже 45 минут, вы серьезно? В смысле 45 минут мы играем? Тёма, я готов его гирей херануть. Я из тебя газонокосилку сделал. Я иду. А кто флюгехаймен? Это Даша. Это Даша. Даша, чё стоим? Она приманивается. Она видит. Не-не-не, я этот, да, у меня тут кое-что просто нужно срочно сделать. Я постою с Дашей. Постой, постой. Нет, я пойду за ключом. Даша, прости. Да не надо, локоть, соседушка. Я тебе чё... Ты умрёшь. Блядь, тут ты умрёшь, давай! Ну нечестно, но настроили, говна. Иди сюда, маленький голубочек, сейчас я тебе покажу, для чего существует это отверстие. Боже, ну как так-то? Высунь быстро. Дети наркоманы. Вылетает мужик с ребенком на улицу, а тот кричит: высунь быстро. А что это такое вообще? Это хер его знает. Тогда не положу. Тогда не положу. Так, а ворона типа каркает в комнате, где ключ? Мне пришлось уйти, я вернулся, простите, если что спрашивали, я не слышал. Ничего не спрашивали. Во, вот здесь, короче, ключ в этой комнате. Привет, ворона. Для меня вот, да, надо тут орёт. Тут довольно много ящичков. О, осталось только помидор Даша и фейк Дима. Фейк Дима. Вот это оригинального нету. Подожди, а что вот это за маска? Это типа совсем... Одеваешь ее и становишься дядей. Давайте вы не будете да? сейчас типа, говорить так, ничего. Типа ее надо найти или как? Не, она это у нас очень... Она дается, да? Ботиночки. Ага, так это палево тупо. А что здесь еще можно соседу сделать? Можно его гирей херануть? Я потому что с маской видел сразу, вот еще в начале катки. Ну как, там где-то 30 секунд прошло, я смотрю, кто-то с маской бегает. Но я не знал, что это превращало. Деда. Ага, ясно, понятно. Где ты карточка? А чем ты забрал ключ? Быстро брось, нечестный человек. Какой ключ? Гаш, он носит ваш ключ. Он носит ваш ключ, вы не выйдете. Ключ от вашего сердца. В комментах написали, что ключ на полу. Артур, ты можешь... Ааа, Дима, за тебя! Блядь, не тот. Просто такая... Беги. Я постоянно забываю переключиться. Конечно, забываешь, а как же? А ключ последний остался, что ли? Нет, еще два там, красный и оранжевый. Красный был со скоростью. Куда же они подевались? Ты можешь закрывать решетки в доме. Кто? Что ты ему подсказываешь? Не подсказывай ему, ты жертва. Главное, что вы такие типа задали каждый по три вопроса, а дура не подсказывай. Да, не надо. Почему по три? В этом и есть вся суть, как бы, Ева. Слышишь, он выбил дверь, пусть. Да. Когда хочется ребенка, я сам не свой. Серьезно? Этот стрим содержит зашкаливающее количество шуток про педофилию. И это хорошо. Подожди, педофилия или шутки? Или стрим? Одно с другим не комбинируется, что ли?
А, ну то есть во время стрима прям можно? Да, открой дверь, в дырку засунь ключ. Обычно меня за это арестовывают. Блядь, испугался, ебашка. Дим, я стесняюсь спросить, что на твоей голове? Ты сейчас зачем шапку? Сама. Это ночной горшок соседа. Я косплей. Дима, ты по нему прям пробежал. Пока Артура с нами нету, я это как его. Я нашла ключ. Я его косплею. Дима, там ключ же. Да вот же у меня в руках он. Вон, вот, лежит, да. Вот у меня в руках тоже ключ. Это я. Ну да, ну вот же Дима по нему пробежал, каша такой, типа, да. Так, подожди, раз два ключа? Да. Два. А какой у тебя, Даша? У вас одинаковый цвет ключей, по-моему. Оранжевый. Блин, вам только один. Нужен красный. Да, у вас есть. Ну ладно, кто выживет, тот и вставит. Да. Я боюсь. И боюсь, это будет дважды. И боюсь, это не мы. И боюсь, понравится это не вам. Выключи фонарик. Ну, в смысле выключи? Давай светить. Че он притих? Сосед, я тут. У меня, кстати, не оранжевый, а у тебя оранжевый, так что я пойду сдаваться. Я знаю, что красный ключ у соседа. Вот это вот факт. Что это было, Дима? Сосед, двери открой. Сзади! Ну, Даша, он сзади. Зачем он не выкинул коробку? Прошу мою маленькую девочку от своей косички послужит мне. А можно как-то вырваться? Друг может тебе... Дима. Дима, что произошло? Ну прости, я случайно это... Дима, у него красный ключ. Смотри. Это подсвет, это все это время был волхак. Твою мать, я мог все время вас видеть за стенкой. Не, он на очень маленьком радиусе работает. Подождите, вопрос. А вы уверены, что больше в доме нет красных ключей? Есть, конечно, есть. Есть, конечно. Но ближайший. Ты что такой умный-то, ну? Ближайший у соседа. Поэтому смысл искать если волк. Он сам к нему пришел. Слушайте, спектатор у всех работает, да? Да, нормально работает, да. Блин, вы видите, что у меня. Я маленький. Я вот конспирируюсь, осторожно. Просто Чубаку, что сижу здесь. А, мне что-то страшно стало теперь, я не фонарик потерял. Мне осталось ждать 3 минуты. Слушайте, а вы знаете что? Но... Давайте по кнопке через весь чат, потому что это опять нечестно. Вот это. Нет, у меня... Давай, я не могу, у меня микрофон. Отсюда. Слушай, ну тогда вообще страшно будет. А почему нечестно так вот? Ну, о, потому просто. Что мы сидим, все говорим. Говорить нельзя, да. Да, да. Ну и что? Ну и что? Все рассказываем, где монстр. Ну и что? Как это делать? Как это делать? Мы здесь сидим тоже не через твой чат. Ты делал это уже много раз, Артур. Варму превратился. Дима. А. Вспомни, как я... Юнион, а как это делать? Я не помню, как ты прятался. Ева. Не рассказывай. Не рассказывай, не его. Я не могу это делать, она вот так вот у меня работает спектатором. Спектатор работает плохо. Спектатор. Да просто открой дверь, лол. Спиректор. Приходи, дружок. Я тебе дам пирожок. Мне твой пирожок противен. Ребенок надевает маску и становится соседом. Наоборот, сосед должен надевать детскую маску и становится ребенком. Это так многие педофилы на этом ловились. Да-да-да. Это лицо просто. Не работает. А как сюда пройти? В смысле, что за? Никак. А че, если я тупо буду обузить, то сидеть, то он ярче сделает? Да, минута осталась. Какую уже, дверь здесь закрыта? Да. Как здесь пройти? Да я Артуру говорю. Дима, ты должен пойти Дима, к вороне. Дима, ищи ворону просто. Да я просто знаю, ну вон ворота, это ворона там, а дверь закрыта решеткой. Дима. Что? Педсосед, ты если успеешь прийти сюда, я тебе дам ключ, и ты убежишь. У меня типа уже натрахался. У меня к тебе предложение. Ты уходи. Артур, иди просто открой дверь. Ебать, я испугался. Мальчик открыл дверь. Передай, чтобы еще детки приходили поиграть в мой дом. Он открыл дверь? А что там за дверью? Он открыл дверь, нужно просто выйти. Черный подвал, я туда стерпал. Беги, беги, передай, что здесь много конфеток. Скорее! Конфетки Дима, в просто сладкие. Иди в подвал. Я ничего не вижу, у меня фонаря нет. Какой дегенеративный мальчик. Пиздец, просто вообще как так. Я выжил. Вся гроза. Выжил он. Я выжил. Я остался в педофильском раю. Навсегда.
Нормально, я буду вечно бегать, я не дамся ему. Я буду его адом. В секунду ветер. Передал только что. Ага, это... Это все Артур. МЧС. Ева, у нас сегодня будет ветер. Приготовься. Так и есть, они смс. 21 метр это не маленький. Секунду. Секунду, это вообще быстро, да. Здесь дети побеждают, конечно. Просто нужно быть маленькими. Сейчас стану соседом и буду вас делать 21 метр в секунду. Я не знаю, мне кажется, что сосед он сидит, получает и самое. Нет, почему? Нет. Это только кемперы так делают. Да, без намека. Казахстан тоже рассылает смс. Ну, много где. Фрес. В Украине не рассылает. Мы узнаем, когда уже. Когда уже непосредственно. Участвуешь в самом урагане. Фрес, это что? Это Дима, да, опять пришел? Фрес. Мамэн. Еще тут есть мамэн. Вот это вот. Чё, ну я не знаю, музыка громко, что ли? Так выключи ее, господи. Да блин, она приятная, мне нравится. Так радик так. Делай тише, сейчас. Просто музыку и все. Опять два мамэна ходят, короче, ясно все. У одного мамэна желтые сапожки, обратите внимание. Педофильнул 5 детей. I'm a man! Смотрите, у кого маска в руках, тот сразу педофил. Тот педофил. Так, держу в курсе, я только что видела пенку. Кто меня ударил? Я тоже вас всех вижу. Пенка с маской. Хватит бить Дашу. У меня всего две ячейки, одна пустая, другая фонарь. Ага, пустая. А еще фиательная конфетка. Раз, два, три, четыре, пять. Пять замков, два красных, два раза. Хватит подходить, блин. Был а, знаете что, Босой, это, короче, Артур, я почти уверена. Один синий. Бляха, полет какой. Не босой, не Артур. Не босой, а маленький. Не босой. А кидать? Ребята, меня не по себе, не смотрите. Так, мама, спасибо. Переодеваешься? А-а-а, что ты делаешь со мной, я не знаю. Что мне плохо-то так стало? В попку коробка прилетела. А, меня ударили. Когда меня просто били, оно так и было. Опа, ну, а первый ключ уже вставили. А кто открыл? Даша открыла, Даша не очень плохой. Там синий один, по-моему, да? Один синий, два красных, еще один оранжевый. Ой, вам гараж. А что делает клей? Много. Что-то там кидать в ноги вроде можно. Да. По крайней мере, я видела, что кидает. А, да, я... Вот Nintendo это я Switch. Умная! А почему Nintendo выглядит как газонокосилка? А картина, наверное, сосед рисовал, да? Детьми. Опа. Это чё? И кто-то открыл ещё одну, да? Да-да-да. Какой? Когда цвета горите. Ага, да. Значит, два оранжевых и красные осталось. Так, мамэн босичком, который здесь рядышком. Мамэн, ты же за дверь зашел. Ты там это взять, когда превращаешься. Я так понимаю, Даша, не. Даш, кто там с тобой был? А мы не сдаем же монстра, да? Да. Я не знаю, кто это был. А я вижу его просто, понимаешь? Если я его вижу, сдавать можно? Знаете, как, если живы, то можете сдавать. Если умерли, то уже не подсказываем, кто вас убил там. Пенка молока, бляха-муха, вот да кто сосед. Да я с бананом за тобой иду, что ты меня слышишь? Да-да-да, я видел, как ты падала в другом образе вниз за Дашей. Я человек, хватит. Я открыла красный. А я изначально сказала, что он с маской в руках был. Я человек, никакой маски на меня. Банан, сраный банан. Я не верю. Я знаю, что ты делаешь своим я бананом с детьми. Я не люблю пенку с молока, поэтому, в принципе... Он за мной! Нет, нашел еще один синий ключ, нам нужен еще один синий ключ. Это не работает, пенка. Банан у меня, я вам говорю, банан. Смотри, Лалка, поверни голову. Банан! Банан! Вкусный банан был, честно. Банан, да, встанет? Да не знаю, я убил! Не верьте, пенки. Это были крики наслаждения. Сейчас, короче, сосед тоже банан возьмет в руки и тоже начнет. У меня банан в руках, шум. Так она и есть сосед, ты что, не понял?
Меня убил сосед, я знаю, кто сосед. Лолка или лалка, что это? Вопросы задает. Я не нашел ни одного ключа за это время, блин. Бляха, как это открывает? Да, я показала свой банан, она не оценила, понимаете? Унизила сейчас мой банан. Тёма. Это ты. Тёма, это ты, Тёма, это ты. Таня, вы не рассказывали, ты забыла. Я знаю, вы что делаете? Классическая ошибка во всех хоррорах, вот это вот. Тёма, это ты, Тёма. Тёма, это ты, Тёма. Да-да-да. Артур. Стой, не уходи, пожалуйста. О, ты тоже с бананом. Здравствуй, бананом. Банана Бразерс, давай. Давай, да, банановое братство будет. Почему привел нас в тупик? Ты хочешь превратиться в дядю? Я не умею превращаться в дядю так быстро. Мне требуется лет 30. Не хочу ходить. Требуется 5 минут. Я думаю, если сильно прицелиться, то можно выстрелить бананом. Ну, это... Да, так дядями и становились. Лучше стулом поебну, в смысле, простите за крики, я реально посрался. Там ничего нету, пошли. Да сейчас пойдем, господи. У меня нет фонаря, просто ребята, мне страшно. Ребята, где вы? Мне страшно. У меня муж убийца. Ты, наверное, хочешь вот к этой вороне пойти, да? Я? Нет. Я думал, ты... Васка, здорово. Здорово, ребят, которые подошли. Всем здравствуйте. Порядим, бородатый броша. Здравствуйте, Драмир. Душа, сердце пацана. Всем привет. Классически я редко буду обращать внимание на чат, в том плане, что редко буду с вами говорить, ну, потому что... Паузы, наверное, редко будут выдаваться. Но в целом я читаю чат, так что если захотите что-то подсказать, то пишите. Я постараюсь обращать на это дело внимание. Спасибо вам большое за актив, ребята. Спасибо за вашу компанию. Очень приятно. Стукает. Да это Артур. Стукает. Стукачок. Какой? Сосед, какой у тебя банан в руках? Классно. Они были такими худыми, что скорее не трахали, застукались. А какой нужен ключ-то? Оранжевый. 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 Подожди, меня, сходите кто-нибудь. Сходите кто-нибудь. Формай! Банановый брат, ты бросил меня. Девочка, ты чё, где? Ты девочка. Всё. Иди, блин, с бананом вперед, попробую замок засунуть. Ты что за мной бегаешь? Да потому что, блин, у меня нет фонаря, я тебе сказал, я ничего если не... Если что, сразу... Да, это Тёма, да? Да, четыре ключа нашла! Блин, ключ! Сзади! Да не твой, Даша! Это, блин, Ева, кто-нибудь киньте банан в него, пожалуйста! Они его разбежались, кинули. Кто сказал оранжевый? Я сказал. А тут уже все открыто, по-моему. Один ключ оранжевый остался. И он лежит прямо около меня. Да, вот. И сосед такой, где ключ лежит? Тихо. Девочек. Я ты не похожа. Таня, ты поняла, где ключ? Я? А где? Расскажите, где? Так вот мы сейчас скажем, его сосед услышит. Я поэтому говорила. Сука! Блин! Бегите, киньте в него что-нибудь. В моем трупе ключ, ребята. Не знаю. Господи, Таня, я думала, ты сзади бежишь. Открываю такая дверь, чтобы ты не врезала. Это была ни разу не Таня. Добрый вечер. Я его закрыла дверь, когда убегала от соседа. Потом такая, а что это я дверь закрываю? Пойду открою. Таня, а зачем Тёме превращаться обратно? Мне зачем превращаться обратно? Ой, сори, я это микрофон я не пишу. Я большой мальчик. Ой, лысый отрастил. Банан отрастил. Блин, я так ору, наверное, соседи сейчас ментов вызвал. Слушай, меня реально... А я тут ору, мой муж убийца. Педофилия, вот это вот все. Таня, смотри, у тебя два варианта. Взять ключ с моего трупа или пойти к вороне. Фаня Панкин, спасибо большое за то, что продлил подарочную подписку Atlas Night. Спасибо тебе большое. Ну и за то, что сказали об этом. Тоже спасибо, Сережа, Драмиру. Спасибо, ребят. Твоего трупа забрал ключ? Да. Серьезно, за подсказку, да. Так что ищи другой. Мне, кстати... У меня сломался спектатор. Мне в чате подсказали, что ключи спавнятся вон там. Да, только сейчас сломался. Ты что, ключи? Спавнятся вон там. Вон там? Вон там, да. Вон там, вон там.
камон. У меня камера прикреплена к левой руке Лалки. Да. Поэтому сейчас полчата укачает нахрен. Лалка такая, может, ты любишь маленьких? У меня есть маленькая кукла для тебя, сосед. У меня есть маленькая кукла. Хочешь поиграть? Пошел нахер, пошел нахер, где бы ты ни был. Маленькая кукла! Бля, он за мной идет, да? Да я сейчас кину фонариком. Главное, как ужасика, короче, не оборачиваться. Бегать тебя в два раза, поэтому просто беги, он хер тебя догонит. Знаю, хер догонит или нет. Спасибо, Фанат Памкин, спасибо. Да не беги к этой двери там. Манси, Таня. Подождите, а мы получается, после ничего не рассказываем, да, что он делает, да? Не подсказываем? Да, да. Можно говорить, он в доме идет. Такой идет. Он в доме идет. Не, ну просто то, что Тёма забрал ключ, я сказала, наверное, надо было говорить. А как ты еще сказал? Типа, можно кодовым и посланиями общаться? Да, типа... Вот эта штучка лежит, да? Кукушка покинула здание. Кукушка покинула здание. Я скомпрометирована. Тучи сгущаются, тучи сгущаются, скоро ливень. О, зонтик, клево. Сгущается. Бананы расчехлили. Господи, я такая... Бананы расчехлили, это когда сосед превращает. Достаточно пошло, я могу не так понять. Сохрани свой пирожок. Аня, а там, где ворона, ключа нету, да? Да хер его знает! А чё ты там не ищешь? Ты чё такая пьяная-то, ну? Таня вообще пришла сюда... Я две игры смотрела на потолок. Нам хорошая идея, пошли надо. Блядь! Беги! В шкафу. Она пришла сюда за куклой, что ты ее? Говорят, что можно всем одеться одинаково и всем написать одинаковые ники. Тогда вообще будет меня. Ага. Это какая-то хрень будет. Прикольно. Это будет непонятно. Наркоманы. Боже, я что-то так встрала, у меня аж руки трясутся. Анна. Что, будем меняться? Нет, остаемся. Остаемся. Я в эти моменты буду помалкивать, потому что у меня все лагает. А как вы переименовываетесь? Алло, я не понимаю просто. Надо. Я не понял. А как вы переименовываетесь? Это у кого? Детка-младенец. Что-то как-то совсем педофильски-то пошел. Нормально, а чего начинаете? А я случайно вышла с вашего лобби, как вернуться? ВП Гизи, и то хорошо. Надо пересоздавать, походу. Бой. 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 Ну в смысле? Ну я сосед, блядь, первый раз. Да погодите, алло. Да я вышел уже. Уже все, все, лявегами. Не забудьте пароль спрятать от этих людей. Надо заново, да. Фингами, вот это вот, Тёма, создавай. Ну, первый раз был соседом. Никого не дали отшпехать. Я забыл, как создавать. А, всё. Так, чат, пароль. А пароль тот же будет? Если такой сложный, то всё равно никто не догадается, Тёма. Да, тот же пароль. Опять соски, да? Или соски? На этот раз сосиски. Сосиски. Сосисочки, в следующий раз. Так, подожди, я пароль не спрятал, сука. Я выключил микрофон, но не спрятал пароль. Заново начинай. Сейчас другой придумаю. Я это выключил. Дело в том, что я не вижу вашу лампу. Вы думаете, подождите. Потому что я не создал еще. Хорошо. Подождите, вопрос. Вы думаете, у кого-то из чата вообще есть эта игра? Конечно. Нет, ее ни у кого, поэтому пофиг на пароли. В чате сидит разработчик и такой, типа, я сейчас с вами поиграю. Я хочу сыграть с тобой в одну игру. Так, пароль кидаю. Ого. Пароль кинул. Парол. Парол новый. Классный парол. Ясно. Я даже не знаю, как на это реагировать, честно говоря. А игру мы увидим, созданную тобой. Мы с хорошим посылом сейчас будем заходить в игру. Угу. Не то слово. Что это за ники? А я вообще не вижу еще никого. Никакую игру. Так, у меня игра будет захватываться заново или нет?
А как? А как? А, подождите, вы же написали, да? Подожди, у меня игру не видит. Лучше, да, да, я поняла уже, что шестеренка возле Ника. Я поняла, уже я уже все сделаю. А че Дима на шестереньках стоит? Сука, я еще не зашел в смысле Дима. Блин, что это такое? Охренеть. Это как будто бы опять на сайт знакомств зашла, как в 2000. Я не скажу, а что это такое, сами догадались. Когда это придумал? Да, микрофон включи, боже. А, да, я все это время ржу в пустоту. Child. Child free. Но я же был соседом. На кой хрен нам эти коробки вообще нужны? А кидаться? Чтобы станить детей, чтобы подбирали. Гога, кто у нас Гога? Гога. Сорян. Уже никто не уверен, на самом деле. Кто есть кто? Эй, больно. А как кидать? Я не понимаю. Я правую кнопку нажимаю, он кидает. А иногда не кидает. Я понял, да, кидает хорошо. Ты напугал меня, как будто я маленькая девочка. Как будто я есть маленькая девочка. А ты маленький мальчик. А что это? А, это потому что не холодильник, а это ты. Знаешь, что я мальчик? Я по лицу вижу, у меня такое же. Это видно. Так, Дима педофил. Я по лицу, ты мальчик. Я в этом спец, разбираюсь. Это мой фетиш. Лицо мальчиков. Некропедофил. Можно быть фетишистом на лицах мальчиков, но не быть педофилом. Супергерой такой, короче, некропедофил. Включает фонарь такой, мне бы там буква М. Кто-то замок открыл. Какой открыл? Появляется такой, типа под музыку. Я нашел оранжевый. Некропедофил. Некропедофил пришел. Привет, детишки. Ключи ищешь? Ищу. Некропедофил. Нахера чайник стоит в холодильнике? Кто я? Какой чайник? Кого-то жахнули. Ну бля, ты что такое-то? Артур, ты если что свети в лицо, а я буду коробку кидать. Я знаю кто, но не буду говорить кто. Я, кажется, догадалась. Я да, оранжевый зашел. Ключ открыла, если что. А сколько осталось замков, какого цвета надо? Остался один оранжевый, беги! Нет, синий и оранжевый даст. Чё? Если что, бой убийцы, даже несмотря на то, что он это сделал, я видел, как из него фантики вылетали. Артур, мы не рассказываем. Артур жив. Да, я типа похуй. Да, это бой, да, это бой, это бой, 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 бой. Вообще-то я вам еще один ключ открыл. Да я тебе говорю, что не полиция, так и стоит, смотрит по сторонам. Такой, блин, наверное, потому что это я просто искал соседа вокруг себя. Гога мне не брат, понял? Гога, да, не брат. Я не успел в него коробкой кинуть. Будет последний? Нет. Кстати, я думал, что нужно будет всем детям убежать, а там, получается, одному человеку достаточно убежать, все? Это как-то тупо, по-моему. Ну, почему? Он же дедом такой, ну, странно немного, типа, понял. С этими косичками будет. Я нормальная, красивая девочка. Мои ники умные не подходят. Я больше на ником, блядь. Даша, я не понял смысл игры, дети пытаются играть в фильмах. Ну, да, типа... Секс-фильмы. На письку. Кто не готов? А я, да. Come to me на мой что? Так, это Ева, судя по ее эстетике. Эстетски. Стэн!
Да боже, а когда я буду монстром? Да, звук лагает, когда мы в лобби, я знаю. Опасаюсь. Можете меня сразу видно. Я дверь блокирую сразу, входную, не знаю. Так, ну алло! На всякий случай, это простите, это рефлекс, извините. Вижу ребенка, кидаю в него коробку. А кто? С тобой сейчас будет. Так, а теперь у меня вопрос. Прости. Выбивать дверь это... может только монстр? Нет, все. Рефлекс. Все. Нет, только со свет, что начинаете? Все могут выбивать. О, идея. Сосед, значит, я вбежи, может, он дверь выбивала. Подождите, а как дверь выбивать? Если выбивать дверь, потому что я выбивать дверь не могла. Да можешь, ты можешь выбивать дверь. Как? Просто зажать надо. Я был в тайной комнате, боже. Тайный? На всякий случай, к Еве не подхожу. Под лестницей. В этом, где Гарри Поттер жил. Или это не Ева? Кто с длинным ником таким огромным? У меня не короткий. Я понял, мы про ники говорим, Дима. Да, я встал. Это кто тут? Извините, простите. Боже. Открой, закрой. Секси ма. А, кстати, добавили сарай, в предыдущий раз не было этого сарая. А сарай тоже может быть ключ, да? Это моя коробка, это не сарай. Боже, за мной кто-то идет. Game Life, это в Overwatch, вот это, да? Да, да. Это чувак. Это Даша, что ли? У тебя есть ключ? У меня есть ключ, а за мной кто-то идет, мне очень страшно. Да как вы вообще здесь ключи-то находите? Мне кажется, что Game Life больше не существует. Даша, ты Больше где? Я спасу тебя, наверное. А чё вы не один ключ не открыли? Не, один, по-моему. Поймали, господи, нет. А чё вы не один ключ не открыли? У-у-у, сразу, понятно, только говорить и можем. Да где вы? Блядь, только что увидела чей-то труп, ребята. Я увидела лепестки. Рассадник лепестков. Рассадник лепестков. Слушайте, на моем трупе ключ. Кстати, трупы милые достаточно, да. Лепесточек. Ну, они это знаешь, объявление о пропаже. Объявление, да. Это объявление о пропаже. Ну, он ищет ключ, ходит. А ты стервятник, а? Ходит. Стервятник. Сосед сам расклеивает объявление. Я только видел здорового мужчину с... Так, come to me, mama, он... Помоги. А, come to на мой щичка, беги, короче. Не бич, это наш маньяк. Рассказал, открыто. Соски возбудились, что делать? Иди сюда, шлюшка. Сосед там баланс, но я тоже так же могу. Да хотя нет, блин, если я думаю, что я такой, как фонарик выключить, сраный, просто выкинул его. Просто выключил, лол. А что делает банан? Я думал, из этой комнаты есть выход. Ну, в разных обстоятельствах разное. В руках соседа всякую дичь. Ай, бляха, муха, сука, 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 сука. Все, что вам нужно знать об этих стримерах. Секси-мамочки всегда так тебя встречают. Биктоха. Биктоха так смешно ходит. Я тебя сейчас стом запущу. Бляха, у меня проблемы, гайс. Я забыл твой длинный ник, но ты же типа не этот, как бы, не предатель. Сука, короткой сраной! Мне кажется, кого-то убили. Минус я. Но я вам скажу... А мы еще не знаем, да, кто сосед. Сосед пришел на мой шишка. Это да. А, у нас Тёма остался молчит. Один человек только. Это Сама. Тёма. Один людь уже не людь. Я маленькая лошадка. Это как, знаете, я не скажу, кто сосед, но я скажу, что никто не видел соседа и Тёму в одной комнате. Да, я видел, что это он, на панику я типа сразу понял, что это Мибич, ну типа... Биктоха. Что ты так делаешь? Иди отсюда! Сейчас ты слышишь, как угребёшь твою мать! О, нифига! Да ты херёт! И ты сейчас на бар, слышишь? Смотри, смотри, подожди, стой. Иди к окну. Я всегда так детство между домами. К окну в туалет! Алло! На окно! Смотри. Пошёл! Точка, тире. На!
Хер. Хер. И фонарем. Ты что, мне окно выбил, Пёс? Сука, сюда иди. Ебашить буду. За окно, сорян, не прощу. И в сарайчик его, в сарайчик. В сарай, тут почему третью катку подряд сосед? Я всегда так по улицам гулял. Вижу соседа в окне, сразу фонарем туда. Ой, это было не очень удобно. Я почему-то знал, что это говно вот таким и получится, но... Я спотел. Зачем? Мне стало сексуально. Это так. Это было горячо в сарае, так. Мне очень понравилось. Да, блин. Я же сейчас потею еще сильнее. Убежали, никто не поймал. Так да, вот, интересно, мне кажется, что опять Артём, блин. Ему везет на это. Это как в Никите было. Потому что, блин, они задрались, одни и те же. Да, ну как бы три раза было, уже я. Вероятно, я четвертый буду, ну так вот. Сауна для детей. Да как? Как меня послали? Кому? Простите, кому кинул сейчас? Я думал, тебя сосед держит, Камуха. Я хотел спасти, я думал, тебя сосед держит. Так, сосед возле меня. Стоит такой на стене. Я видел кучу фотографий летающих. Это была я. Или монстр. Или сосед. Не подходи. Смотрите, смотрите, у меня два ключа, пошли. У меня... Два? У меня ящик. Дверь два. Ясно, так, понятно. Синий-красный-желтый? Да? Да, нужно синий-красный-желтый. Педобир. Говорю, надо, да, педобир, это педобир! Я в лицо-то зачем-то. Я даже тебе не буду сейчас, короче, врать. Я тебя убью сейчас просто. Я психанул что-то, простите. Педобир оказался педофилом. Педобир. Как неожиданно. Я не знаю, кто тут на втором этаже, но к тебе идет сосед. Уходи на третьем, на четвертом, не знаю, на каком этаже. А синий ключ нужен? Нужен. Даша, уходи. Я прилипла к клею. Волонтер Маркин. Не, блин, мне ножки залипают. Чи-чи-чи. Ти-ти. А, блин, а где тут проход? Не кидай. А че умернулся-то, ё-моё? Давай. Красные, оранжевые стали. Я не знаю, где они. Да, ворона. Сука! Я тебя буду пить, что он делает? Даже еще он станет его. В смысле? Как выйти отсюда? Как выйти? Слушайте, сосед, короче, он возле двери был только что. Да, он за мной бегает. Падла! Отстань! Сауна, он внизу, сауна. Я не знаю, кто ты. Он внизу. Вот тут где-то ключ. Вот это канту, вот это вот. Я еще в окошко выкину. Сейчас, подожди. Приголубил. Блин, пипец. Меня убили. А ну иди сюда. Ну нет, я не успел, я пытался тебя спасти, честно. Ключ. Ты что такое-то? Сука. Минус мое, фу, какой-то страшный мальчик. Ты что кинул меня? Ты что меня кинул? Это были не палки. Это была Непалка. Это была Непалка, сосед. Житель Непала, зачат непальцем Непалкой. О, боже. Да охрененная шутка, слышь, я смеялся, как чат сказал. Нас. Я не могу. А
Оно отрикошетило и ударило меня. Своё кино. Это просто... Это гениально. Если это не гениально... Фонариком в табло кинул. Кто это педофил? О, боже. Я, если что, за весь этот час игры только один ключ находил. Больше ни разу ключи не находил. Ой, очень полезный ребенок. Изменить ребенку. Изменить ребенку с мамой. Что? Кирлоров. Киркоров. Кирлоров. Няша. Кирлоров няша. Я понял. У меня вкусный чупец. Рэди. Взрослые люди. С паспортами все, с паспортами. Никитосик, это скучно. Женатый, я бы сказал. У некоторых дети есть. У меня получилось. Вот именно, у некоторых раз. У меня получился ничего почупс, а чё покупс. Да, дайте дверь за... А, бля, дверь откройте. Дверь откройте. Ломился табу, не открывайте. А, можно? Подожди. Стоп, стоп, я зажимаю Е. Нет, а, зажимаю, что-то происходит. Смотри, ты бьёшь дверь. Пионеры какие-то пришли. Это понятно, заходим. Он все это время был со мной в комнате. Офигеть, это начало. А кто это был? Педофил. Я тебя кину сейчас. Они в доме, между прочим. Уже не надо кидать сейчас вот это вот. Тебя фонарем так? Паучи. Беги, беги. Я поймаю последний трах. А в подвал? Не всякие члены, да кто? Невский. Не всякий член попал на яблоке. А вот что? Кирлоров, няша, уходи. Почему у нас никто никого не спасает? Типа, если двое рядом, одного... Я пытался все это время. Как спасать, я не знаю. Типа, кидать вещами. Кидать вещами в соседа. А у меня нет вещей обычно. Закрой дверь. А что это такое? Хорошо. Можно что-то с этим делать? Выключить свет во всем доме как-нибудь, можно? Даша, тебе же потом с тобой с фонариком придется ходить. Левый контакт, левый рукой. А может быть это только сосед может делать, нет? Вы пробовали, кто сосед? Тёма? Он застрял в мешка. Да я не пойму! Сука! Я заблудился в углу, хотел кинуть в тебя стул. А чё, оно не сработало? Нет. А почему? Он взрослый дяденька. Ключом. Сосед бежит за мной по улице, если чё. Прикинь, ключ просто. Он ключом в тебя кинул. А что, если сосед это всегда хост? Мы бегаем по улице с соседом. Все, я зашла с ним в дом. А ты одна осталась? Зачем? А, нет. Что? Одна? Не, я брала. Не, одна. А как кто получается у нас сосед? Если кто-то я, Даша, и... Я мертвый. Серьезно? Но Дима и Артур мертвые. Без намеков. От него пахнет мужчиной, это точно. Да-да. Одеколон. Да, я тоже этот запах одеколоном называю. Я в курсе. Звериный аромат. Мне понравилось. Дима заново не в себя, типа, жена такая, да? Потому что я часто не в себя, и... Ну ладно. Ты чё, ждал меня, что ли? Конечно, ждал всю жизнь. Подожди, а кто Киркоров тогда? Да, ну можно, конечно, бородатый. Я мертва. Ну, Кирлоров, у тебя все шансы просто. Кирлоровняша. Подождите, а как эту решетку ставить, включать? Сосед ставит, он у него есть специальный аппарат. Вот тыкает кнопку. Называется решеточная ловушка. Аппарат. Даша, обернись. Я, это не я. Ай, блядь!
В момент, когда Даша сказала не я. Знаете, когда он их кандаляет, типа у них ноги по рэгдоллу в разные стороны кандаляются. Знаете, потому что зачем сказал насрать первый. Все строчат. Я пошел. Спаси мой Кенди. Пусти в трусы. Блин, у меня слишком много букв, походу. Умонись. Я вам сейчас такое напишу, такое напишу. Вагинатор 3000. В этот момент все сидят и думают, как же будут убивать как детей. Же стыдно, думают. Как же стыдно. Не, вообще просто. Уси в трусы, это что, украинское что? Уси в трусы. Так, уси до трусы. Уси в трусы. Доброго дня. Уси в трусы, я бы сказал. Доброго дня, инспектор Петров. Уси в трусы. Я вчера так и делал. Понял. А, инспектор Петров. Вообще это нечестно, лучше как-то. Хотя ладно. Мне кажется, у Тёмы там в настройках стояло типа всегда быть соседом. Блять! Ебать! Да что ж так, зачем сразу-то? Сука. Извиняюсь. Простите. Кто бы помог? От меня остались только усы в трусах на улице. А тут дверь кто-то залатал. 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 Был, короче, анекдот, я его вообще не помню, но что-то вспомнил, просто это залатал. Короче, там что-то черт, надо было лизать щель. Что? Что? Боже, спасибо большое за музыку, спасибо. Мой бегут, пожалуйста, да. Господи! Блядь! Что происходит? Ребят, это катка лучше предыдущих походов. Ребят, вы не слышите какого-нибудь пугая? Синий открыл, синий! Что происходит? Синий открыт, синий! Коды пошли, синий открыт, синий, синий. Я нашла еще один. У меня ни одного фонарика нет. Что происходит вообще? Красный есть. Осталось красный, два раза красный. Димас Гангстер, спасибо красный большое. Ну, можно... А, нет. Да лол. Мы иногда по два включаем. Ебывай! Ах, ты ж... Амагинатор! Сейчас посмотрим. Сейчас музыка продолжится. Помоги! Два человека минимум было рядом, и никто мне не помог. Да им покер, да. Я не была рядом. Спасибо за кого, Димас пишет, спасибо. Нахрен этого хода. Я предупреди вас, чтобы убежать. Вам спасибо. Димас Гангстер в топе. А что, сегодня? Что заказывать-то в итоге? Я буду кушать. Ну так, датские роллы ты не кушать. Роллы отстой. Роллы. Нет, я не была еще. Нет, это подло. Это было очень подло, дядя. Это было подло. Так что ты скажешь вот на это? Инженер, я не буду дать предметов соседа, потому что я не попадаю. Уходи! Не работает. У меня нет боязни. Ты бы что, фонарем хотел ушатать? Заля боба с бобой. Если детей бить коробкой в лицо, то они замедляются. Лайфхаки, отдохаки. И не только коробкой, на самом деле все можно. Дети замедляются? Да. От коробки, если б... Я, кстати, как отец дочки двухлетней, подтверждаю. Если бить ребенка коробкой в лицо, она замедляется немножко. Иди сюда! Как давайте там скучно? Ам-нам-нам-нам-нам. Сейчас ты мне покажешь свое шоколадное молоко. Шоколадное молоко это фанфик. По-моему, это Даша подумала о чем-то. У меня Даша, я тебе говорю. Я сразу о птичьем молоке подумал. Вкусно. Ну, в смысле, фу, вкусный пирожок. Боже. 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 Так, пойду я сделаю такой. Кофе тебе, Тёма, или чай? Мне кофе, пожалуйста. Ты что, гонишь? У меня за это 11 минут все учится.
будешь кофе пить? Господин, делай. Тебе кофе или чай? Ты скажешь, не кофе? Да, это на самом деле... А мне можно просить тебя тоже сходить? Да, я можно, но я попрошу. Можно? Можешь сходить сделать кофе? Я тебя ёбну, да, Канди! Прости, мой Канди! О, да! Смотри, блядь! А мы в другую игру будем играть? Пока нет! Так и должно быть, либо что либо ты, либо Артур всегда секс. Настрой так ставится. Пока очень заходит, это так много впечатляет, пугает нас. Эй, я случайно вышел в Quick Game, кажется. Зайди, не волнуйся, пароль пока. Как это сделать, Ава? Кто-то еще? Я нет, да. А то ротание пошло, чай делать. Нет. Приедем, зашел. Кирилл едет, да. Вредим. Спасибо, Баянчик, за музыку. Вредим. Блин, кажется, сейчас тоже обновится. Угу. Борода, добро, Баянчик. Спасибо еще за следующий трек, ребят. Спасибо. Дима. Да. Дима, ты не пошел на Вредим? Скучно пока что в игре пусто. Надеюсь, допилят как оригинал. В смысле, а что здесь должно быть? Ну, завтра должны больше функционалов, типа, как... Ну да, да. Дом должен быть как огромная ловушка для всех. А здесь, по сути, только коробками кидайся, да и все. Ну это пре-альфа, камон. Да все говно, нет ничего в игре. Лагает. Удалить, вернуть бар. Это пре-альфа, оно охерительно работает. А нет, тебе ничего не надо. Все там такие корыстные, а мы с тобой так, типа... Так что... Это было обидно. Так что ничего ему не заказывай. Да, кушай одна сегодня. Да, я сейчас как снять. Раз убираю. Суши он будет, ага. Суши, боже. Он не хочет есть суши. Отстой. Кто просит суши? Я прошу суши. А у вас это жрать вообще? Можно больше суши? Роллы мне заверните в два рта. Я очень хочу много роллов. Отвратительная хрень. Ну, если не считать, что можно получить глистов, то в остальном они прекрасны. Глистов можно получить от всего что угодно. Таки да. А мы что-то сегодня едим, вообще? Так, муж ведь поинтересовался. Муж так скромно так. А едим ли мы сегодня? Кстати, о глистах. Не знаю. Ну, кто там? Ну, кто там не готов? Редин, алло. А я... Кирилл Редин, жми. Губы мне заверните. Ну хорош, чат, что начинается? Кого ник Тёма сосёт, алло? Сосед. Да как кто Рейди? Нажмите Рейди, вот чё. Так я, блин, так нажми. Громче все тараты. Да, вот именно. Я... Ой, прекрасно. Я по инерции уже испугался, по-моему, потому что уже не страшно было, и я такой... Бля, что-то страшно, знаешь? Этот, как его, профессиональный рефлекс работал. Непрофессиональный, а знаешь, как программирование мозга этим звуком. Когда он кричит, мне надо дергаться. Как научились играть, стало ли тебе... Не-не-не, это было уже не страшно. Это уже по инерции было. Маньяки. Но вообще нам сегодня психику ты мне подломал. Алло, типа как бы эстеты пьют черные. Ты топчики, да, заходишь? Еще хотели обратно. Спасибо. Но я все равно их тонкую. Даня, это уже типа тенера. А, это уже другие, да? Я тебя выкинул, купил новые. Боже, Тёма, ты сам ходишь в магазин, покупаешь, мы ну, вместе ходим, а так. Ну я и сам могу, а он и приготовить может еще и больше. О, у нас вообще Дима в магазин всегда отвечает. Я там что, не покупал себя? Че, я не слышу. Я говорю, у нас вообще Дима за магазин отвечает, он только в магазин. Ничего себе, круто. Круто вам.
Вам, миледи, круто, да? Вы хотели сказать? Вам, миледи, очень круто. Я, мне кажется, поссорился, типа, только что с кем-то. Типа, покупают утром пожрать что-нибудь и там кефирчик, а это не ценит. Пожрать и кефирчик. Зато кто-то там, типа, что-то. Я только кефирчик пью с утра, потому что иногда... Да, конечно. Да, по очереди. Я несу два ключика. Значит так, Ева, короче, монстр. Нет, она не монстр, я видел. Ты кинул, алло. В смысле, мне нравится. Один оранжевый остался. Да, а у меня синий. А у меня есть фонарик. Я буду тусить с тем, у кого есть фонарик. У меня есть фонарик. У меня всегда фонарик. Я вообще фонарики никогда не выкидываю. Нет, нужен один оранжевый. Дочка и Евочка? А как вы находите эти ключи, я не понимаю. Дочку и Евочку вас здесь так много. Потому что он кидается. Мама! Дима, какой у тебя ник? Ой, я не помню. Где Мурона? Вы видите Мурона? Вон, я в углу прыгаю. А, вон наверху. Пожалуйста, давайте толпой идем. Какой нужен ключ? Подождите, оранжевый, мам. Оранжевый. Супер пенис, стой. Супер пенис убегает. Я думаю, супер пенис монстр. Супер пенис монстр. А выпьем все. Я в гараже. Вау! О май гад! Так, здесь, в этой комнате... А машину тоже обыскивать можно, приколить? Ну, багажник. А, да ёб твою! Блядь. Не договорил. В гараже меня убили. Окей, значит, здесь мы в безопасности. Да это Артур Монстр, я думаю. Где ключи все? Где вы находите ключи? Он где-то здесь должен быть. Под ящиком Дима. Давай искать, вот шкафочку. Шкафочку это тоже. Бляха. А, выше, выше. Открыли! Открыт выход! Вот так это делается, типа пока Артур монстр, он просто взял и сделал. А знаете, что было? Я был монстром. И половина катки я был в Альтабе, пока вы искали ключи. Половина катки я стоял на улице с ящиком в руках. Зачем? Я потому что сворачиваюсь, когда лобби, и я не проследил за этим моментом. Я понял. Это прикольно, кстати. Минус пони! Алло! А такой пинус! В смысле, в пони же пинусов нет? А, есть? У нас какой-то лошадиный забег. Вот там, когда игра начнется, говорите, ладно. Кони в пони. Вопросы к тем, кто нас шареноголовкой. Мне кажется, что я не зря написала, когда рассылка идет вот этот зрителям, да, что стрим. Я написала, не пускайте в комнату родителей. Не зря. Блин, да я ни разу монстром ничего не была. Я вообще один раз и все. Да не мог. Как я потерял его в самом начале? Что за гарантия? Вышибает двери, обалдеть. Два оранжевых, два красных, один... Подождите, стойте. Соберемся все в центральном зале. Давайте. Ну так что же за полосочку? Слишком много. Я не хочу оставаться, там чувак за мной тут ходит. Чувак. Членоголовка, это ты была, да, Даша? Да. Серьезно? Я не ожидал от тебя такого. Дима, не надо. Почему? Не знаю. И я вот ожидал. Нет, только один открыт, один открыт. Ты не кричит, ты монстр, что ли? Так. О, твою мать, вот он, дядечка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю, на дядечка не написано. Дядечка Гурилла. Боже, крики. Одна заходит в комнату. Другая выходит, снова визг. Короче, заходит, следующий выходит, опять визг. Дверь визг просто. Так, оранжевый нужен? Я тебе фонарик выкинул, а не чай. Ладно, я монстр, окей. Там мы уже поняли. Тут либо ты, либо я, тут два. Мне песню заказали, сука, сосед. А второй оранжевый не нужен, да? То есть еще один, третий оранжевый я нашел. Да три оранжевых много. Кто там, сука, за мной? Сука, сосед. Я тебя кину, тварь. Сука, человек.
что сверлить такого? Такой... Что происходит? Холодный! Да хватит гнаться за мной. Ну, в смысле гнаться? Окей, а... Я типа рядом, ты с фонарем, я с ящиком. Я тебя убью нахер. Убивай. Я застрял. Я говорю, ты с фонарем, я с ящиком, вот это в меня ты кидаешь. Открыл оранжевый. Хорошо. Такой, с ящиком. Юный грузчик. Петя из 8-го А. Уходи. О, господи. Что это за блядник начинается? Хер его знает, хер его знает. И не я. Короче, если Таня орёт там. Если Таня орёт там. То ты... Блин, что-то ключей еще сколько? Красный? Два красных, один по нему. По коням, по коням. Он да. Сзади там где-то лазит. Да, это. Блять, он закрыл решеткой дверь. Так у нас есть дырка, не переживай. Дверь открой, тебе что, можно, мужик? Ну, Рилли, ну дверь открой. Да, спокойно ты. Давай вместе держаться. Спокойно, там, это я звучит неубедительно в этой игре. Она знает, что господи, как мы до такого дошли? Вот, а тут просто бегает девочка милая с ником членоголовка. Такой контраст. Черноголовки. Черноголовки. Ты без остановки. Я нашел ключ, а он не подходит. Не выдумывай, это кто? Я. А, Дима, сосед, ты не убивай. Здесь ключ-то. Дима, сосед, убивай! А, ясно. Да! Слушай, а вы заметили, да, что человек-сосед похож на Диму? Да, есть немного. Чуть-чуть совсем, да? Дима. А что маска делает? Дима, сосед. Два красных ключа лежат возле двери. Да, 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 блин, возле, а двери. Возле двери. Возле двери. Ключ. Я никакой не нашла. Сало. Для чего маска нужна? А что это за стук? Отлично. You touch my talalaga. Самое вот как раз, когда меня сосед поймал. Спасибо. Это бесполезно. Вот, тут Nintendo Switch лежит. Нет, сука! Полчаса назад. А чё ты не кинул фонарь? Не, я тоже его видела просто. Оранжевый нужен? Нет? Не нужен? Не, красный нужен. Два красных ключа возле двери. А, так они типа превращаются в объявление. Без вести, сосед возле двери. Мы это обсудили еще полчаса назад. Ой, мстительная какая. Да, вон ключ, кто Димас? А, Димас. Синий там был точно еще нужен, насколько я помню. Я сейчас скажу, откуда, какой нужен. Откуда Дима сосед знал, что он Дима сосед? Вот. Это сосед, слишком это логичная сосед. Херня. Синий и красный ключ нужен. Ну открой красный. И синий теперь нужен. Два. А еще красный один, и один синий. Два ключа надо. А я открой что, дверь. Одна осталась? Да. Нет. А, нет, не одна. Членоголовка осталась. Музыка и... подходит, да. Дима, сосед, и не выдумай, why. Не выдумывай. Не выдумывай. А я не вижу ворону. Она наверху над тобой. Правильно идешь. А членоголовка это кто? Да я это, господи. А. Бля. Ты сюда. Прыгай, рибовая! Петляй, просто петляй. Даша, ищи пока ключ. Да я ищу! Он должен где-то быть. Есть мнение. С этим человеком я живу чат. На свежий воздух захотелось. Очень даже неплохо живешь, по-моему, нет? Помогите, я моргнул два раза. Паша, иди на ворону. А? Ох, так напряженно, так напряженно. Нет, вообще-то, они просто бегают. Я не знаю, что ты не охотишься. Мне, да. Аня, ну найдет тебя тут по-любому. Бля. Ох, это спук. Просто летит все над ухом. Просто... Писец. Просто такой экшон дичайший. Майкл Бэй сейчас просто... Сюда нужно музыку из старой части Матрицы, когда там погоня это на шоссе. Да-да-да.
Успеешь оклематься. Только вихляй. А где вы говорили на дверях? Манси-то не, давай. Где бумажки лежат, там должен быть красный ключ. Мне кажется, спрятан. Так, один, наверное. А, окей, а синий я не знаю. Текайте! Текайте, вы чё там? Блядь! Что? Беги, членоголовка! Нет, я успела! Беги! Я пытаюсь! Тебе повезло. На, косяк! Стой! Беги, Манси, Манси! Он за мной или за кем? Да! Да! Он в ладоши еще сзади хлопает, это очень страшно. Простите. Дима был плох. Ну нет, я еще и заблудился, блин. В своем доме. Сегодня мне не достанется маленьких девочек. Так, остался один синий, да? Да. Не попали. Ну идите сюда, ну идите 6 минут, ну что вы, ну идите сюда. Идите ко мне. Господи, что, серьезно? Я могу превратиться в коробку. Это нормально? Что? Ну, типа, у меня написано на маске Transform to, когда я на коробку навожу. Да ты не можешь, не работает. Но не работает, да. Наверное, потом добавит. Дискотека, не говори. Типа, потом коробкой можно будет лежать где-нибудь. Как Prop Hunt, наоборот. Ага. Ну, где вы там, ну? У нас не видно. Да, вот там, ну. Синий ключ нужен. Хотите, я его вам дам? У меня есть синий ключ, Ван Дам. Ты серьезно? Ты своровал синий ключ? Ходишь с ним под мышку? Да. Да? Это ужасно. Это отвратительный поступок. Так, а вот я падла. Ну да. И стоит, тут крутится, короче. Грязная сволочь, я бы сказал. О, я почувствовал, я чувствую этот запашок. Дима, беги! Чувствую. Как с пистолетом бегаешь, не выдумывай. Чувствую, пошаг, чувствую. Вот этот, блин, ну, что так темно-то в комнате? Надо встать, свет включить. Чувствую, пошаг, чувствую. Ворона в тему так закатывала. Молодец. Сегодня тебе не перепало. Кажется, в моем нике та Т должно быть в конце, а не Д. Я дважды был соседом, дважды всрал. Не быть мне соседом хорошим. Мы еще разок или все? Давай. Сейчас. Сейчас. Пизда лежит по ней. Стой. Тогда первое слово не... Дайте угадаем, кто Тёма. Это 4 лет. Ну, то есть, Лена. Это Орлех вообще-то. Орлех, да. Орлех. Это Армс. Что ты? Орлех. У меня хорошо сосредоточиться. Женатые люди с детьми, да, ну, понимаете. Подождите, вы меня сбиваете, я не могу слово написать. Когда кого-нибудь ну, говоришь там, фарх, фарх. Ты стрельна оригинальная. Я рези, а нет. Повтор бросковья, когда бросок получился удачный. Что? Долго ничего не привел. Даже, ну, типа, это уже совсем. Что? Пожалуйста, дайте мне чаще, ну пожалуйста. Я так и ни разу не поиграю, наверное. Бля, я тоже не поиграла. Стоит смириться уже. Почему так обидно? Это какая-то неканонная игра, и я должна быть монстром. И она несправедливая тоже. Вот почему вот это ничего не делала? Ты думаешь, мне прижало, а я такая, да, прикинь. Нетерпение, ты увидела детишек и такая... Еще разок в глазок. Сосед, ты нормальный? Да, ни одного плюса нет.
Я на самом деле понимаю, что человек-сосед просто очищает этот мир от этого. Вот детского... все понятно. Детского ублюдства. Нарожали, навоспитали, блядь, ублюдков. Папа, наш. Да, блядь, вообще нет, все ящики. Плохо ищешь, ищи лучше тогда. Ой, ё-моё, испугался. Если бы инфаркт не произошел, Ева. Инфаркт Муканта. Она испугала меня пальчиком. Инфаркт Муканта. Так и есть. Она просто достала пальчик свой. Какой нашли ключ? Красный. Еще один красный, три синих и один желтый. Фига ты их запомнила. Что-то и желтый или оранжевый? Нет, ну типа. Ну и все, оранжевый не нужен, я нашел. Три синих, один красный. У меня синий один. Вот два синих. Два синих и один красный. Вот такие пироги, маля. Один синий, один красный. Ай-яй-яй-яй-яй. А как машина? Ты чё хочешь, Волдеморт? Хочет нос. Пирный карась, уходи! Какой ой, нашли? Уходи. Какой нашли? Синий, ключ? Остался один оранжевый. Блин, отстой. Я только что тоже синий. А кто ты? Признайся. Пизда пони, бежим, бежим, бежим. Не подходи ко мне. Да там сзади дядя, ты чё не видел? Дядя тут-то! Дядя! Ломиком в табло. Помоги мне, если меня будет хватать, то ты типа кинь ему в лицо. Да, 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 я иду брать этот ящик. Ты врёшь, ты с ним преступным мозгом! А-а-а! Кидай! Да, беги, беги, беги! Я фонарик выкинул в блин, ребята! А-а-а! Бежим, блядь! Ну, Дима! Или кто это? А это Даша, камон! В первую очередь на Диму, короче. А-а-а! Я тебе кинула коробку! Как ты поймала? Я что, ловить могу? Наконец-то я монстр! Ура! Шлех! Давайте посмотрим на член. Член. Смотри на мой член! Да блин! На чипух. Даша, открой, пожалуйста, самую верхнюю калитку. Буду очень признателен. Самую верхнюю? Блин, да. Тут один замок остался, когда вы успели? А какой замок? Срезал. Какой замок? Оранжевый или красный, я догоняю. Красный, по-моему. Ты можешь открыть? Нет, может быть синий, подожди, может быть синий. Даша, нет, мы же решили, нет, что нет, этим оранжевый. Не пользуемся. Мы же решили, что этой читерской штукой не пользуемся. Чё? Кто решил? Да, сейчас включу. Пользуемся. Тогда решил. Блин, уже все попользовались, конечно. Да, ага, я тоже ей пользовался. У меня тоже. Опять сломалась камера, когда да, я нажал... Да я не была монстром. Да, буду. В смысле, ты всегда монстр. Ну да. Блин, а как спуститься? Да хер его знает, это сама ищу. Тут нет вот, монстров, да, вот привет. Просто есть, типа, мужчина, желающий ты любви. Ты кардинально, я смотрю, да? Блин, ну так-то не подходит. Ну, теперь наверх. Так, подход. Да починись, твою мать. Бля. Что это за крики? Я первый раз слышу, когда кричит. Артём, ты меня подставил! В смысле? Ты дверь мне перед носом закрыл. А, я думал, она за мной бежит. Блин. Ясно, понятно, короче, наши победили. Я немножко испугался, когда Даша на меня выбежала. Да, пойдём в другую игру. Не уходим. Пойдёмте в другую игру, да. Другая игра.